Дамы и господа, всем привет! С вами Надифил. Сегодня будем играть в игрушку Daylight 2 Stay Human. Будем паркурить по всему городу, убегать от зомби, также сражаться и с обычными людьми, теми самыми же бандитами. И будем искать свою сестру Мию. Ну что ж, дорогие друзья, усаживайтесь поудобнее, наливайте чай или что-то другое и погнали к просмотру! Раньше было веселее. Раньше ты был моложе. И глупее. Но ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим, считай мертвый. Считай мертвый, да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Ну, начало прям очень интересное. Удерживайте, чтобы прыгнуть дальше. Это я умею. Ох, брат, хватку не растерял. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Ну, пошли. Покажешь кое-чего. Куда идем? Увидишь. Невероятно. Что именно? Большинство пилигримов не протянет в дороге 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. Точно. Без шуток. Мне б твою энергию. Слышал чего о Джейне? После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гэри? Смотри, Эйд, здесь улей полный мед. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Осмотрись, если повезет, сможем найти ромашку. Но... Нажмите Q. Чтобы воспользоваться чутьем выжившего. Лаулья. Ромашку. Ромашка, ромашка и... Ромашка. Подойдет. Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка — это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Так, вы получили чертеж. Лекарство. Мед, ромашка. Один мед, две ромашки. Создать. Так. Ага, первый чертеж, расход материала, понятно. Здесь хранятся ваши компоненты. Ясно. Теперь удерживайте. Хорошо. Все. Сделали.
Шустрей, почти пришли. Беги давай, шустрее. Так, аж. Все, и залечились, нормально. Ну вот, заходи. Ого. Ха, уютное гнездышко. Ну давай, открывай. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. Хватай все полезное. Ага. Ловко ты это придумал. Сэ, присесть. Все, начинаем лутать. И что-то ничего не лутается. Ничего. Вечеринка? Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Это плохо. Голодос. Здесь ничего. Какого? Да, крысы. Знаешь, пора прощаться. Почему? Я начинаю о тебе беспокоиться. Ты знаешь поговорку. Начинаешь о ком-то беспокоиться, пора валить. Чё-то, дружок, какой-то ненадежный. Каким на вкус было вино раньше? Who do you voodoo? Хм, что-то знакомое. Ты ж свалил. Нам, говорит, пора расстаться. А сам еще остался тут. И это называли искусством? Ну-ка, сейчас мы тут быстренько. Нет, голяк. Голяк. А, вот, рюкзачок. Чего написано? Укромное место. Чем оно такое укромное? О,
можно прятаться. Сейчас тут быстренько все залутаем. Что можно? И такой у нас смола. Ну, в принципе. Отметить конец света. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад. Лады? Лады. Там, говорит, я свалю, а потом я пошел наверх. Зато они были вместе. Это уж точно. Она была классной. Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эйден, иди сюда, глянь-ка. Сейчас подойду. Вопрос глупый, конечно. Это ж игра про паркур, тут можно паркурить. Присядь, брат. Для тебя. А, подарок? Скорее, дар небес. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Пока не наступит ночь. Верно. Жаль, Краин этого не видит. Кто? Неважно. Я выследил того парня. Ого, парни, давай с этого начнем. Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уебка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце.
Велидор, значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Да, и не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорвиголова. И часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Ого! Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Огромные. Прекрасные. Цвета стали. Не слышал, чтобы так восхищались серыми глазами. Потому что ты нихера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю, однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это. А этот вальц? Кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого вальца, или как там его. И не забудь, 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. Угу. Радиовышка! Ну что ж. Оп-оп-оп-оп. Побежали. В ту сторону. Держите тап, чтобы узнать текущую цель. Но что-то как-то не особо. Ладно, люди мы не гордые. Все-таки это круто. Паркурить. Кусаки. Один. Вроде один. Нет, тут еще.
Куда ты лезешь? Лезет он. Там дверь закрытая была. Или мне показалось? Да. Тут и тут двери закрыты. О, телавич, вон что. А этого я. Опа. Прыжок. Заберем. Это у нас что такое? Наша дубиночка. Там остался. Окольными путями какими-то туда добираюсь. Заодно по пути иду. Что смогу, то лутаю. Вот и все. Нажмите В, чтобы забраться. Так. Да он. Ага, вот он. В принципе, так-то ничего. Интересненько. По сравнению, конечно, с первой частью еще пока не могу особо. Только начал в нее играть. А так? Нет, первая часть интересная была. Вторая. Сейчас с вами посмотрим. Вы, кстати, друзья, играли в первую часть? Пишите в комментариях, как вам она зашла, не зашла. Надо будет потом яркость немножко прибавить. А то что-то как-то... Ну ладно, так тоже пойдет. Начинаем. Навыки. Паркур. Так, вы получили навык, но понятно. Давайте смотреть. Очки паркура. Все. Так, высокий прыжок. Ну, понятно. Вот мы его приобретаем. Теперь мы можем прыгать дальше. А, ну, в первой части там разделение было. То есть, типа крафта этого и этого. А здесь вон как оно. Прыгаешь, очки паркура, воюешь, удары. Ну, нормально, нормально. Мне это нравится.
Еще чуть-чуть. Да, надо будет яркости прибавить попозже. Уже темно. Пора найти пристанище на ночь. Вряд ли найду что-то получше. Ну... Да, капец, как темно. Оказывается, не надо было бегать. Какую? Это что за хрень? Основы боя. Некоторые враги используют мощные атаки. Враг действует мощную атаку. Так, красный лун. Избежать удара. Уклонение. Нажмите, двигаясь назад, вперед, в сторону. Понятно. Воу. Да, давай, давай. Я ты! Вот это... Чё за удар такой крутой сейчас был? Подходи! Ё-моё, ты кто? Ё-просоты, сколько ж вас? Я полутать даже ничего так не успею. Так, вы нашли ресурсы ремесленника, отнесите их к мастеру. Чуть не сдох. Согласен. Быстренько лутаем. Если что, можно в окошко вылезть, я так понял. Возьмем это, возьмем. Что у нас тут? Следы, конечно, это не топ. Кто-то их трогал. Недавно. Его сдвигали. Ладно, попробуем.
ну-ка. Что там у нас? Потайной ход. О-о-о. Да мы детективы прям. Вот она, радиостанция. Надо запустить генератор. Возьмем. Так. Нам бы, конечно, подлечиться бы еще. А то у нас вообще беда. Включите электроэнергию в здании. Со светом-то, понятное дело, попроще будет теперь. Безопасная зона. Вот только открыли безопасную зону. Это шикарно. Во всех безопасных есть ультрафиолет. Там ничего не угрожает, даже в ночное время. Кроме того, в каждой зоне есть место для отдыха. Менять время суток и тайник Эйдена. Все шикарно. Тайник игрока. Здесь наши оружки. Ну, короче, мы туда-сюда можем все что скидывать. Так. Ну, понятно. Все это интересно. Ладно. Все, отдыхаем. Эйден. Эйден Шмейден. Мы убегаем или как? Что? Сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Ты дура. Пошли. Живо. Все хорошо. Здесь. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12-346. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Я с тобой. Ты в безопасности. Слушай меня. Тише. Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Yeah.
Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой. Закрой глаза. Огонь! В лаборатории! Надо связаться с тем, о ком говорил Спайк. Да. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140 и 200 мегагерц. Прием. Эйден. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе Вальц, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Я иду к месту встречи. Увидимся. Да. Это сны такие прям... Опасное, опасное. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия подошла к концу. Пишите в комментарии, как вам игрушка. Да и вообще, не забывайте смотреть меня на Дзене. Самое главное, ссылочки все в описании. На этом все. Так что берегите себя и своих близких, дорогие друзья. До скорой встречи. Пока-пока.